Ну а депутаты Гордумы решили поощрить сотрудников библиотек финансово, и не только их. Народные избранники поддержали изменения в систему оплаты труда некоторых работников бюджетной сферы Саратова. Поправки учтут единовременные выплаты сотрудникам дошкольного образования до целевых показателей с целью исполнения поручения президента. Дополнительные выплаты также предусмотрели для тех, кто работает с детьми из социально неблагополучных семей. Таким образом, средняя заработная плата у работников детских садов вырастет до 16,5 тысяч рублей. Кроме того, на 2 тысячи рублей в соответствии с поправками увеличатся оклады у заведующих библиотеками. У них, по словам чиновников, зарплата сегодня ниже, чем у библиотекарей.